Кирилл не просто музыкант, он и автор слов, и композитор, и исполнитель. Симбиоз смешения талантов, неординарный самоучка. Еще в 8 классе он увлекался музыкой. Началось с бренчания на гитаре во дворе, затем первые шаги на школьной сцене, и понеслось. Музыка затягивала его все больше и больше. За эти годы в его копилке появилось несколько десятков произведений и стихов. На этом рубеже у меня хороший материал собрался, много песен, которые нужно делать, репетировать и давать в массы. Лирические песни с философским подтекстом. Он не ограничивает себя рамками стилей и направлений. Его музыка – это порыв души. Сама песня диктует ему, какой стиль выбрать в конкретном случае. Первые строки написаны им спонтанно и неосознанно еще в детстве. Я прогуливался, появилась строчка, я ее записал. Непонятно, к чему она и что. Потом время проходит, начинается осмысление, что эта строчка оказывается припев или куплет. Все с одной строчки в голове начинается. Оно приходит так вот, спонтанно. А вот история появления первого стихотворения трогает до глубины души. Оно пронизано грустью и печалью. Жизнь все летит, словно белая птица. Черным крылом прописана наша судьба. Кто-то сказал, что жизнь наша как кинолента. Именно так рассуждает юный поэт. Так случилось, что я попал на похороны родственника. И глядя на все это, я задумался о жизни, что вот человек живет, что-то делает. Ну, то есть сама атмосфера подтолкнула на определенные эти мысли, и я начал раздумывать, и вот появился вот первый стих. За плечами Кирилла не только сольный проект. Он является лидером группы «Иванов». У него много творческих планов. Воплощать их в жизнь ему помогает его муза, девушка Ольга, которая разделяет его стремление целиком и полностью. Она ни секунды не сомневается, что готова идти с ним до конца. Да, я буду стоять где-то там за спиной, с вот этой рукой на плече, с поддержкой полностью и безгранично, потому что, мне кажется, именно так и должно быть. Ну, это правильно. Тонкий и ранимый, как и все талантливые люди, романтик по натуре, музыка – неотъемлемая часть его жизни, а почитателей его творчества в нашем городе уже немало. Мне очень приятно провести время в такой компании. Очень понравилось исполнение Кирилла, он молодец, для начала неплохо. Считаю, что дальше все будет получаться гораздо лучше. Останавливаться Кирилл не собирается. В его планах новые песни и новые проекты. Он будет радовать десногорцев своим творчеством и дальше. Дарья Изнар, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.